Так, я тут с великим Гейгату. Как будут проходить дальнейшие действия? Ну, пока... Вы нас, конечно, убьете, да? Я пока не знаю. Но я в жизни хороший человек. Но в этом фильме вообще такой, да, какой-то Гейгату, монгола играю. Ну, если вы со мной сидите, со мной разговариваете, я вот такой человек. Машал. Я всем удачи, хорошего жизни. Так что вот так вот. Ну, вы живете этой ролью прям. Да, ну, конечно. Надо жить. Без этого нельзя. Да. Так что вот такие вот дела, ребят. Человек хорош, не наговаривайте на него.